Стиль – это все. Это свежий взгляд на скучное и опасное. Стильное, но скучное – лучше, чем опасное, но не стильное. Опасное и стильное – это искусство. Бой быков может быть искусством. Бокс может быть искусством. Любовь тоже искусство. Открываем банку сардин, и это искусство. Стиль есть не у всех. Не все ему верны. В собаках может быть больше стиля, чем в людях. Но не у всех собак есть стиль. Кошки безмерно стильные. Когда Хемингуэй выстрелом размазал свои мозги по стене, это было стильно. Люди тоже диктуют стиль. Жанна д'Арк была стильной. Иоанн Креститель, Иисус, Сократ, Цезарь, Гарсия Лорка. Я встречал стильных зэков. В тюрьме стильных людей больше, чем на свободе. Стиль – это свойство, манера, устройство. 6 цапель будут спокойно стоять в пруду, а вы голышом выйдете из ванной, не заметив меня.